Всем привет! Сегодня мы в Авсаларе прогуляемся по ночному рынку. Давайте пойдем посмотрим, что да, тут. Сделай себя красивой, сними маску. Ой. Тут можно уже. Извините, мы были в Мегасе. Можно маску снять. Можно. Сейчас свежо, прекрасно, не жарко. Это такая интересная ситуация. Турки чуток стрёмные. Это же турчинка. Начала кипиш поднимать. Туристы зашли без масок? Да. Кассир, может? Нет, это не кассир. Да? Именно посетительница. Посетительница? Покупательница начала. Эти кассиры сразу... Продали маску, да? Да, продали маску. Вот. Порядок должен быть порядком, правильно? Если принято одевать, вы в чужой стране, надо придерживаться правила, да? Это Ирина хотела какой-то фрукт вот тут в корзинке. Да? Драконий фрукт. Сильно хотела? Я хотела попробовать вообще, чтобы понять, что это такое. Вдруг понравится. Хочешь такую ерунду? Я? Да. Аккуратно. Ладно, идем. Ну, есть вариант, можно тебе предложить. А смотри, Тамара говорила, что везде маски предлагаются. Но мы не видим. Видишь, маски продают. Ну, да. В отелях, видишь, есть. Ну, так, в нашем уже не сильно много. Ну, вот она просто на другой улице, ну, другой Тамара город. Тамара показывала, типа, а-ля штатный рынок, там могут. Для своих, а для туристов, что, они будут всех? Тут такой поток людей, наверное, да? Смотри, какие машины классные. Не жаркие. Когда можно закрыть крышу, когда можно. Улочки, кафе, кафе, кафе. А смотри, уже поужинали, пока мы в Мигросе были, толпа уже разошлась. После бани и хамама я начинаю пораньше хотеть спать. Да, расслабляю тебя. Даже тогда, когда я не ходила в баню. Угу. Ты просто устаешь от жары, может, Иринка. Или что я то на горке, то в автобус, то на базар. То в бассейне, то снова на горке, то что-то завтрак поискать, еду себе. Угу. Реально, честно, после Азуры хочется сходить в ресторан. Что-то такого скушать эдакого, а не то, что есть в Азуре. На улице заказать. Да, так раньше... Не, ну я, конечно, кушать не хочу, но всякой гадости наелась. Но... Какой-то вкусняшки именно хочется. Согласна. Согласна. Ирина у нас на диете эту неделю. Да? Да. Вот но такая. На дневной диете. На дневной? Вечером мы в Мигрос, на базар. И что ты там, конфетки покупаешь? Угу. Так, идем за твоими сувенирами, да? Да? Вот на этой улице мы еще не были, смотри. А? Уже 11 часов. Ну вот здесь сувениры мы не были. Согласен. Точно? Да. Давай. Так у тебя же это продукты, которые тут продаются. Здравствуйте. Можете просто зайти погулять. Спасибо. Ты
тоже интересно же бывает. Нормально ваш кадр, если наверное. Еще не треба. Сигареты, вино, игрушки, сувениры. Не торопись, разглядывай, мы стоим. Там можно чуть-чуть крутить, да, этот стенд? Да, конечно. Она просто не знает, как. Ага. Вот такие тут ночные лавочки. Сувениры, сувениры, сувениры. Ты стой, я прямо пройду чуть-чуть. Можно? Мне на 8 минут. Оп. Оп. Сори. Что делаете?